Живая среда. Следующая песня, которая прозвучит, изначально я думал, что, может быть, она должна прозвучать на английском языке, потому что в оригинале она именно на английском. И именно с этой песней я представлял нашу страну на конкурсе Евровидения в 2016 году. Но так как сегодня все как-то песни на русском, было бы странно, если бы она выделялась. Слава богу, что у этой песни есть и русский вариант, и русская версия. И она активно крутилась на новом радио. Поэтому с большим удовольствием я спою русский вариант, который называется «Пусть весь мир подождет». Происходит с каждым однажды. Несколько секунд и в сердце уже гроза. Небо падает и рушатся города, забываются имена. Только ты одна. Не объяснить и не вычислить цифрами честные чувства глубоко. Я не сойду с этой новой орбиты моей любви. Если проснутся все сразу вулканы, если всю землю затопит дождем, за руку крепко держать не устану, с тобой буду рядом и ночью, и днем. Только ты одна, только ты нужна, без тебя мое сердце замрет. Узнавали друг друга по знакам, интуитивно, наивно, но не просто так. Мы научились ответы читать в глазах, сделали верный навстречу шаг. Не разлучат нас, мы крепко пришитые, пульсом неровным друг у друга в крови. Мы не сойдем с этой ночи. Сразу вулканы, если всю землю затопит дождем, за руку крепко держать не устану, с тобой буду рядом и ночью, и днем. Только ты одна, только ты нужна, без тебя мое сердце замрет. Я так долго искал и нашел тебя, и теперь пусть весь мир подождет. Живая среда на новом радио. Воля, разговаривали и слушали роскошный лайф в исполнении Сергея. Очень долго, надо закругляться. Живая среда на новом и неподражаемый Сергей Лазарев. Спасибо огромное, друзья. Скачивайте мой новый альбом в Эпицентре. И до встречи на моем шоу в Олимпийском. Спасибо, Новое радио, за этот прекрасный концерт сегодня. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, зрители и слушатели. Следите за эфирами нового «Живой среде быть». Пока. Живая среда.